Всем привет! В сегодняшнем видео хотела бы с вами поделиться рецептом ПП-кулича. Мы, женщины, имеем привычку худеть к лету, это у нас не отнять. И те, кто подписан на мой второй канал, знают, что я с ноября месяца придерживаюсь правильного питания. Не очень строго, я не высчитываю калории, не веду дневники, но, по крайней мере, пытаюсь питаться правильно. И это помогло мне прийти в форму после моих третьих родов. А как же торты, скажете вы? Я свои торты пробую, но не поедаю кусками. То есть 2-3 ложечки мне вполне достаточно для того, чтобы попробовать вкус, почувствовать, чего хватает, чего может быть добавить или убавить. В общем, вот так у меня это все происходит. А тут середина апреля, светлый праздник. И столько соблазнов, столько сдобы. И как сделать так, чтобы весы показывали тот же вес после праздника, что и был до праздника? Вот тут-то вам и пригодится рецепт этого кулича. От него вы точно не поправитесь. И для приготовления теста мне потребуются следующие ингредиенты. Творог у меня 5%, 2 белка, 3 желтка, мука, смесь цельнозерновой муки и овсяной. Можно добавить и кукурузную. Соль, сахарозаменитель, разрыхлитель и детское яблочное пюре. Если у вас нет дома баночки детского пюре, ничего страшного, можно взять яблочки, отправить их в духовку, заранее удалив сердцевину, при 180 градусах, примерно где-то минут 20 они там запекаются, после чего процеживаем через сито и пюре готово. У меня, кстати, младший сын очень любит именно такое пюре из запеченных яблок, даже больше, чем магазины. К муке добавляем разрыхлитель и все хорошо перемешиваем. Творогу отправляются желтки, пюре и сахарозаменитель. Перебиваем все эти ингредиенты погружным блендером до однородного состояния. В два этапа вводим муку и перемешиваем все лопаткой. Перемешав, отставляем пока в сторонку. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером. Взбиваем до плотного состояния, чтобы при переворачивании чаши белки не трогались с места. Белок необходимо взбивать, постепенно увеличивая скорость, но только будьте осторожны, не перебейте его, он не должен быть хлопьями. И теперь в два этапа вводим белки в основную массу. Перемешиваем лопатками, движениями снизу вверх переворачивая. Добавляем сухофрукты и последний раз уже перемешаем до однородного состояния. Вот такое тесто получилось. Выпекать я свои куличи буду в бумажных формах. У меня две формы среднего размера и одна вот такая вот маленькая. Немного разровняла тесто и отправляю в заранее разогретую духовку выпекаться. Температура в духовом шкафу должна быть 180 градусов. Выпекаться будут до сухой зубочистки. В моей духовке такие куличи выпекались 40 минут. Даем полностью остыть, убираем бумажную капсулу и можно приступить к приготовлению глазури. А для нее мне нужно будет молоко, кукурузный крахмал и сахарозаменитель. Молоко наливаем в сотейник. Добавляем крахмал, сахарозаменитель. До однородности размешав, ставим на маленький огонь. И непрерывно мешая, ждем, пока молоко начнет густеть. Переливаем глазурь в отдельную емкость, чтобы она у нас там быстрее остыла. Остывшей глазурью покрываем куличи, оформляем по своему желанию. Можно использовать орешки, посыпку или те же сухофрукты. Куличи получаются очень и очень вкусные. По крайней мере, мне они очень понравились. Пробуйте, экспериментируйте. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всем самого-самого доброго.